Опа. Всем привет. Сегодня у нас 24 декабря. Это город Новосибирск. И соседи нормально. Меня зовут Васильев Роман. Снимаю видео для канала Мысли вслух 2.0. Сейчас у нас 2 часа ночи. Я дежурю сегодня. Сейчас вот одел куртку. Пойти показать, какой у нас мороз сегодня на улице. Мы завешали там одеялом дверь. Здесь одеялом дверь, потому что дом старый. Очень сильно он выдувает везде. Уже и пенили, и протыкивали, и утепляли, а толку никакого нету. Крыса, блин, ты это, либо снимайся нормально, либо не мешайся. И, короче, сегодня я дежурю. Вера что-то тоже у нас не спит. Короче, топим печку, чтобы ребятня не замерзли. Вот у нас там ведра стоят, там дрова, ящики. И тут, короче, полным ходом кочегарим. Сейчас возьму фонарик. Оп, пойдем покажу. Так, отодвигаем плед. Выходим. Блин, зацепился. Выходим на улицу. Не знаю, видно будет, нет. Блин, с какой стороны светить-то? Короче, вот так вот. Наверное, будет видно. Что на градуснике, короче, 40. А то потом скажешь, не так снял. Под ногами аж хрустит все. Пойдем заходить в дом. Сейчас зайду. Ой, плед закрою. Короче, вот так вот мы греемся. Сейчас разденусь. Сижу, короче, сегодня это вахта моя по топлению печки. Всем привет огромный. Всем подписчикам. Извиняюсь, что не выходит видео. Нету времени просто у меня монтировать. Материал уже отснят. Но монтировать времени нету. Выложить, как будет время посвободней, выложу видео постройки и остальные всякие. Ну, вот как-то так. Подписывайтесь на канал. Внизу ставьте лайк. Всем до встречи, всем пока.